дорогие друзья. Очередной наш день. Сегодня, конечно, уже повеселее будет, потому что мы уже приехали собирать наш дом. Проект вы вот можете видеть на экране, какой он будет. А сегодня у нас, смотрите, какие работы. А, еще главное, познакомлю вас со своим другом. Вот с работы приехал. Тоже друг взял отпуск вместе со мной, чтобы помочь мне строить нашу временку. Вот. Знакомьтесь, Евгений. Всем вообще здорово. Классный парень, вообще просто убийца древесины и всего остального, что с этим связано. Но знаете, что один минус? Он очень скрупулезно к каждой детали относится. То есть я чувствую, что будет качественно сделано, но долго. Так что мы приступаем к работе, пока он будет собирать козлики всякие, вспомогательные материалы. А еще помните, у нас оставалось еще с фундаментами. С фундаментами нам надо было здесь уложить геотекстиль и снять там 5 сантиметров, приложить его сюда. Пока этим займемся. Сейчас приступили к снятию вот этого 5 сантиметров. Не знаю, почему Женька взялся за это, но ему спасибо. Успели за сегодня, смотрите, подготовить наши фундаменты и площадку засыпали. Видите, как у нас все красивенько, чистенько уже здесь. Рубероида пока настелили, но мы там еще будем выравнивать основание. Съездили еще в магазин, оказалось, пока наша доска усыхала. Ее чуть-чуть покрутило, покривило. Пришлось поехать за электрорубанком. Ну, пока я ездил за электрорубанком, вы посмотрите на Евгения. С ума начал сходить. Смотрите, он уже столики запилил, козлики наши. Он даже каждую дырочку делает с резинковкой, блин. Он вообще сумасшедший, я же говорю. Все, дело закипит. Так что мы работаем. Смотрите, даже уже шайтан машину достал, неугомонный. Так что работаем. Сегодня еще у нас в планах планируем сделать хотя бы обвязочную брусья между собой скрепить и выставить диагонали, посмотреть, как у нас будет. Ой, извините, за солнце засветил. Так что работаем пока. Наконец-то мы приступили к доске уже. Так, сделали наши козлики. Сейчас будем выискивать. Тут нашу доску покрутило немножко.
пришлось купить электрорубанок. Сейчас будем более-менее так выравнивать нашу доску. Но сегодня мы еще думаем, что успеем первую обвязку сделать, так что. Можно 4. Да нет, мы на одной будем. Что, давай тогда поровнее, сколько нам нужно? 4 штуки, да? 4, да. Или 3? Или 3? 2. Они по 6, 3 штуки, да? Ну, внутренние мы сегодня же не будем делать еще, мы наращивать будем. Почему? Тогда надо 1, 2, 4. 6 штук. 4, 1, 2, 3, 6 штук. 6 штук. Давай, да. Так, ребят, начинаем мы обвяз нашего контура. Мы тут дискуссии проводили, как лучше делать или что делать. Решили все-таки сразу по факту выставить обвяз и посмотреть, как он себя будет вести и что лишнее у нас там появится, будем урбанком счищать. Потому что доску как бы все-таки повело. Будем смотреть. Тут эксперт говорит, он уже ни за что не ручается. С такой доской, он говорит, видит первый раз. Но это, я думаю, это просто его отговорки. Если криво просто получится, у него сразу есть отмаз. Я его раскусил. Так что, смотрим. Вот для шестерки вот этот более-менее, хотя тоже она идеально. Так давай нам перевернем. Главное, перевернем, давай попробуем. Угануть? Может, она вот так вот стоит. Сейчас мы ее опустим, и она будет. Так тогда в центр провалится. Это под нагрузкой, он будет потом продавиться. Ну, это совсем чуть-чуть надо, и все, она стоит. Ладно, давай. Стоит?
Проверив диагонали здания, приступили к стращиванию обвязочного бруса. Брус будет состоять из двух пары досок 150 на 50. Общее сечение получится 100 на 150. Этого сечения хватит, чтобы держать все расчетные нагрузки, приходящиеся на балку, а также чтобы выполнить условия зыбкости, то есть чтобы наша доска не пружинила. А для этого надо, чтобы выполнилось условие. В середине пролета прикладываем нагрузку в 100 кг, и от этой нагрузки прогиб должен быть не больше 0,7 мм. В моем случае максимальный пролет составляет 2,8 метра, и балка с сечением 100 на 150 его хорошо держит. Я буду выполнять платформу не в классическом исполнении, когда лаги ставят поверху обвязки, а лаги размещу внутри их. Это усложнит процесс, но и платформа не уползет вверх. Это вы увидите в следующей серии. Доску немного повело, и чтобы ее хорошо стянуть, пришлось вооружиться большим количеством струбцин. И так медленно их переставляя, пробежаться по периметру, параллельно стягивая их саморезами 80 на 5. Затем еще простучать гвоздями шагом 300 мм в шахматном порядке. Пока стемнело, с помощью лазерного уровня успели наметить участки, где завтра необходимо будет пройтись фуганка. Свет еще чуть-чуть присутствует. Вот поставили уровень наши грани. Практически. Сейчас рубероидом подложим, и все будет нормально. Так что на сегодня у нас пока все. Пока.